Должен ли вызывать вопросы за пароленный телефон супруга? Он от партнера закрывает часть своей жизни. И вот надо тогда смотреть, а как вот он себя ведет вот в общении, да? Вот насколько он дает этой информации? Ездить в отпуск вместе или по отдельности? Мнение психолога. Ездить в отпуск, вообще осуществлять какие-либо поездки, организовывать события в одно лицо – это полезно даже делать. Почему в отношениях не работают договоренности и что сделать, чтобы супруг тебя услышал? Начать хотя бы вот с этих фраз, да? Что ты мне хотел доказать? Что ты мне хотела доказать? Что я должен был понять? Как сохранить семью на грани развода, расскажет психолог Ольга Галкина в новом выпуске программы «Разговор по душам» во вторник, 10 сентября, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».